Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал «Записки гастарбайтера». Сейчас будет небольшая ставочка, так как меня спрашивали, как я провел Новый год. Вообще данное видео должно было выйти дней 5 или 7 назад, но я жутко заболел, вообще ничего не хотелось сделать, был не в состоянии, 3 дня тупо опять провалялся, решил себя не насиловать, решил дождаться, пока я полностью восстановлюсь и снять результаты конкурса. Естественно, восстановился полностью я только вчера, хотя не сказать, что я восстановился полностью, просто сейчас чувствую себя намного лучше, чем Неделю назад было плохо. В Китае вообще как-то тяжело болеть. И вообще с каждым годом здесь как-то все тяжелее и тяжелее получается болеть. При этом сейчас жутко холодно. Сейчас где-то 8 градусов тепла. А это на улице. И в квартире где-то 5 градусов тепла. Соответственно, очень тяжело. Ну, в общем, давайте приступим к конкурсу. Результаты вы сейчас увидите. Проводилось это при помощи такого сервиса, как Cerebro, а также random.org. Победителя я уже выбрал, победителя вы можете увидеть в конце видео, я с ним свяжусь и вышлю, соответственно, мой телефончик. В ближайшее время, хотя, скорее всего, не в ближайшее время, но, думаю, к лету я постараюсь с Дуги договориться по поводу проведения еще одного конкурса.